Доброе утро! С 10 ноября 2017 года правил дорожного движения коснулось такое нововведение, как увеличение размера штрафа за непропуск пешеходов. Сегодня об этом и поговорим. Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующимся преимуществом в движении, предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Выбор штрафа в указанном диапазоне выполняет сотрудник ГИБДД. При этом он должен учесть смягчающие и отягчающие обстоятельства. Таким образом, если водитель совершил нарушение впервые, то он, как и раньше, получит минимальный штраф в размере 1,5 тысяч рублей. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Обратите внимание, водитель должен уступить дорогу пешеходу при повороте на перекрестке во всех случаях. Даже если на перекрестке нет разметки перехода, водитель едет по главной дороге, водителю горит зеленый сигнал светофора, разрешающий поворот, пешеходу горит красный сигнал светофора, но он заканчивает переход проезжей части. Единственный случай, когда дорогу уступать не нужно, это движение на перекрестке прямо и одновременно отсутствие обозначенного перехода. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней. А при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него, если посадка и высадка производится с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Будьте внимательны. Всего доброго.